Слава Ісусу Христу, дорогі наші вірники, парафіяни наших храмів і парафій Одеси, Одещини. Звертаюся до вас ще раз через заклик також усіх наших конференцій, єпископів, наших владик, місцевої влади, української влади, МОЗ, для того, щоб у цей час, особливо так, як ми розпочали дуже дисципліновано, дотримуючись карантину, я хочу також заохотити вас, головне зберігати спокій. Так як Христос воскресли, який переміг смерть, переміг все, сказав перші слова до апостолів було: «Мир вам і не бійтеся». І також ми закликаємо вас до того, без паніки, не панікувати. Так що так і ми бачимо у цій темряві, як нам здається, інколи і паніці, стає далі більше видно тих світлих людей і ясні постаті, які організуються разом, щоб допомогти. І ми, всі наші настоятелі, всі наші єпископи, уділяють цим благословіння і просять, зупинімо себе, дотримуючись карантину. Таким чином ми найкраще зупинимо і цей вірус, і цю епідемію. Всім уділяємо благословіння Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сегодня, когда есть угроза эпидемии, для каждого верующего христианина очень важно, с одной стороны, понимать, что все в руках Божьих, по словам Священного Писания, волос головы не упадет без воли Божией, но и в то же время понимать и другие слова Священного Писания, не пренебрегая врачами. Мы должны придерживаться всего того, что нам рекомендует Министерство здравоохранения. А самое главное – не поддаваться панике. И, конечно, верим, что мы одержим победу над этим вирусом и в будущее время будем благодарить и прославлять имя Божье. Когда православные христиане перебывают в часы Великого посту, мы должны присвятить свои молитвы Богу, не тільки лише заради свого очищення, але й за наш народ від цієї недуги, щоб вона одійшла від нас і була ліквідована по цілому світі. Дорогі брати та сестри у Христі, звертаюся і прошу вас пам'ятати, що ми є християни і в своєму земному житті повинні наслідувати приклад життя Господа нашого Ісуса Христа. Він взяв на себе наші хвороби і страждання, звільнив і зцілив від них своїм воскресінням. І в цей нелегкий період життя віддаємося на волю милосердя Божого. Молімося за недужих, молімося за медиків, які працюють над порятунком хворих людей. Нехай кожному допомагає у цей час Спаситель, який, зцілюючи недужих, говорив: «За вірою вашою нехай буде вам». Слава Ісусу Христу і спаси вас, Господи! Дорогі одесити, ми живемо в складне час, час, коли нам потрібно не розділятися, а об'єднатися. В першу чергу я призиваю к тому, щоб ми об'єднились в молитві, щоб Господь помог нам. Тому що в Священному Писанні написано, в Псалмі 126-му, «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. Если Господь не сохранит города, напрасно бодрствует страж». Очень важные слова. «Если Господь не сохранит», пусть это будет наше упование. Второе, что мы должны сделать, это объединиться, чтобы помогать друг другу. И третье, я хочу призвать к тому, что если у вас есть паника, трудность, церковь всегда выступала стабилизирующим фактором в обществе в трудное время, то вы можете набрать священнослужителя, поговорить, помолиться, потому что сегодня всем нам нужен Бог. Ассаляму алейкум, дорогие братья и сестры, дорогие единоверцы. Мы призываем, чтобы женщины, дети и люди пожилого возраста, они оставались дома, старались не выходить на улицу и не посещать мечети в связи с данной сложившейся обстановкой, так как для них есть больше угрозы, чтобы они не заболели и этим вирусом. Просите дома у Бога, чтобы Бог даровал нам сохранность, чтобы мы избежали этого вируса. Я призываю вас к соблюдению спокойствия, уповать на Бога, просить у Бога Всевышнего о сохранности для всех нас, для всей Украины.
Дай Бог всем спокойствия, мира, и дай Бог, чтобы этот вирус миновал Украину. Я недавно видел очень интересный старый еврейский история. Я ее нашел в очень старой книге. Однажды была эпидемия в один из городов, где жили много евреев. И там жил один очень святой человек. И он шел на улице и встретил ангела смерти. И он его спросил, сколько ты собираешь здесь людей забрать? Он ему сказал 5000. Прошло время, и в конце эпидемии оказалось, что умерли 15000 человек. И этот святой человек шел опять на улице и встретил опять ангел смерти. И он его спросил, ты же обещал 5000, почему ты забрал 15000? Он сказал, я забрал 5000 по эпидемии. А 10000 умирали от страха. Это очень важная история, потому что с одной стороны надо понять, паника не нужна, надо быть спокоен. Надо сделать то, что нам говорят техслужбы, которые отвечают за нашу жизнь. Я хочу обратиться еще раз к нашей одессите, нашим друзьям. Я слышал от моего ребе в 1988 году, Лубавичский ребе сказал очень важную фразу. Она обоснована на предыдущие ребе, которые жили, и на каббала, и на старые еврейские мудрости и святости. Я это скажу на идиш, потом переведу на русский язык. Tracht gut, wird sein gut. Думайте хорошо, и будет хорошо. Все, что нам говорят, это приказ. Мы обязаны сделать, и мы не имеем права не слушать то, что нам говорят. Но наши мыслями остаются в нашей руке. Думайте хорошо, и будет хорошо. Думайте, что мы будем живы, думайте, что мы будем здоровы, и так оно будет. Творите добро именно в такое тяжелое время. Думайте хорошо, и будет хорошо. Я желаю нам всем встретиться в этот город через неделю, через месяц, через два с огромной улыбкой и много здоровья. Удачи нам всем!